живые мертвецы. Живем в себе, проблем не знаем, не вылезаем из квартир и, как слепцы, не замечаем, что жизнь похожа на сортир. С небес на нашу жизнь взирают прапрадеды и праотцы, и, шля проклятия, утверждают, что мы живые мертвецы. Что сделать, чтобы воскреситься и накопить духовных сил, чтоб жизнью каждый мог гордиться, живя в миру, что сердцу мил? Открыв ларец духовных знаний, даю совет рабам квартир. Лишь изменив свое сознание, мы обустроим бренный мир.